В рамках месячника борьбы с туберкулезом в Запорожье все желающие могли сделать флюорографию. В этот раз передвижной диагностический стенд находился на территории Свято-Покровского кафедрального собора. 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом, в Запорожье же профилактику недуга активно пропагандируют месяц. В это время у жителей есть возможность бесплатно сделать флюорографию. Традиционно в этот период мы акцентируем всю нашу работу на информационно-пропагандистской деятельности, на обследовании всех категорий людей, которые подвержены инфицированию туберкулезом. Как известно, эпидемия начинается из самой маргинальной категории наших людей, которые являются резервуаром туберкулезной палочки в природе. И, в принципе, эти люди живут рядом с нами. Медики отмечают, на сегодняшний день ежегодная флюорография остается самым эффективным профилактическим методом в борьбе с туберкулезом. Только за прошлый год с помощью процедуры выявили половину заболеваний в области. Мы за прошедший год выявили, благодаря флюорографии, 700 туберкулезов. Это почти 50%. Около 4000 хронических неспецифических заболеваний легких, 400 раков, 150 доброкачественных опухолей, более 1500 пневмоний. Поэтому на сегодняшний день это все доказывает о том, что флюорография на сегодняшний день нужна. Все мы знаем, насколько сейчас сложная эпидемиологическая обстановка с туберкулезом. И существует очень высокая заболеваемость этим страшным, раньше называлось социальным заболеванием. Сейчас все слои населения болеют этой болезнью. И поэтому отрадно, что сейчас на территории нашего храма находится передвижной флюорограф, где каждый желающий, прихожанин, может сделать флюорографию. Параллельно с процедурой флюорографии общество Красного Креста продолжает кормить бесплатными обедами людей без определенного места жительства.